Прием заявок продолжается. Если вам не безразлично, кто станет героем уходящего года, то у вас еще есть время отправить заявку на районный конкурс «2016 год в лицах и событиях». Это мероприятие было впервые проведено в прошлом году и вызвало широкий резонанс среди жителей Ямальского района. 15 номинаций и неограниченное количество претендентов на награду. Конкурс дает хорошую возможность людям труда, общественникам и настоящим героям нашего времени получить самую объективную оценку своей деятельности и, конечно, всенародное признание. Главное условие конкурса – никакого самовыдвижения, только инициативная группа из двух и более человек может выдвинуть кандидата на номинацию. Инициативная группа нашего агентства прошла процедуру подачи заявки от начала и до конца. Об этом смотрите в сюжете Екатерины Маховой. Очень мало заявок поступило, всего 3 заявки. Это очень низкая активность населения, потому что конкурс на самом деле очень важный, значимый. Он объединяет все, что было сделано в 2016 году по всему Ямальскому району. Организаторы сразу заметили, что в этом году процедура заполнения заявки заметно упростилась. Для начала вам необходимо определиться, какое событие вы считаете выдающимся или кого вы хотите отметить за заслуги перед районом. Здесь сразу нужно понимать то, что ваша роль – рекомендовать кандидата. Выбирать из нескольких одного будут люди и специальная конкурсная комиссия. До 16 октября мы принимаем заявки, поэтому смело ждем. Второй этап какой? Второй этап. Мы все поступившие к нам заявки выставляем на сайте администрации муниципального образования Ямальский район. И все желающие могут голосовать за тех, кто представлен на этом конкурсе. После того, как определились с кандидатом, нужно решить, какой номинации он больше подходит, а уже потом заполнять заявку. Вопросов в бланк заявки включает в себя немного. В основном это общая информация о кандидате и перечисление его заслуг. Не забудьте о том, что в бланке необходимо подписаться всем членам инициативной группы. После этого фотографию и заявку необходимо отправить на электронный адрес конкурс@yam.yanao.ru либо в распечатанном виде по адресу 629-700, Ямальский район, улица Мира, 12, кабинет номер 1А или номер 6. Несложная процедура, потому что просто подаешь человека, которого ты хорошо знаешь, который активно участвует в жизни, не только в своей жизни, но и активно участвует в жизни поселения и активно участвует в жизни района. И там описать этого человека совершенно несложно. Количество кандидатов на каждую номинацию не ограничено. Главное понимать, что это конкурс, а значит, вашему герою еще предстоит пройти голосование и обсуждение. В любом случае, ваша инициатива поможет заметить активных людей и настоящих профессионалов своего дела, подарив им минуту славы.